Сегодня в оперативном штабе сообщили о 16 новых случаях заражения. Всего заболевших 245. Правда, география заболеваемости за сутки не изменилась. Контактных лиц 9, с диагнозом пневмония 6. Детей среди новых пациентов нет. Состояние вновь выявленных больных, по словам врачей, стабильное. Все находятся под наблюдением. Контролируют и контактных лиц, сообщили в штабе. Всем саратовцам, находившимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении домой. В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса было отмечено, что 13 жителей Саратовской области до сих пор не могут вылететь из Вьетнама. Аналогичная сложность возникла у наших земляков, находящихся в Узбекистане. Также в социальных сетях просьбу о помощи написали те, кто находится на Бали. Председатель правительства региона Александр Стрелюхин призвал профильных чиновников решить этот вопрос и держать связь с федеральным центром. Саратовский лицей-интернат 64 готовят к сдаче. Информация об этом появилась в социальной сети на странице председателя Госдумы Вячеслава Володина. Все работы по внутренней отделке учебного здания и здания интерната должны быть завершены к 1 мая этого года. К середине следующего месяца планируют благоустроить территорию. Напомним, предуниверсарий – это благотворительный проект Вячеслава Володина. В лицее-интернате будут учиться 400 детей из малообеспеченных семей и детей сирот, начиная с 8 класса. В предуниверсарии есть свои актовые и спортивные залы, зимний сад.